Добро пожаловать, дорогие друзья! Меня зовут Брин, и сегодня я покажу в Майнкрафте, как построить грузовик, в общем, снегоуборочную машину. Но перед началом вы можете посмотреть мои прошедшие видео, как построить Porsche 911, это легковой автомобиль. Дальше у нас уже идет второй автомобиль, кроссовер, это второе видео. Под названием BMW X6 кроссовер. Кстати, есть отдельное видео, как построить вот эти вот машины. Вот так они выглядят. Один кроссовер, можно сказать, джип по бездорожью, а другой легковой автомобиль Porsche. Сегодня, ребят, я хочу показать, еще раз говорю, как построить снегоуборочную машину, которая будет помогать убирать снег, и чтобы машины могли проезжать спокойно, не врезаясь ни в кого, и чтобы их не заносило в гололед. Ну, для начала, ребята, я сделал вот такой вот снег. Я вот так вот взял, все это понабросал по всей дорожке. Ну что ж, ребят, давайте начнем строить нашу снегоуборочную машину. Для начала мы ставим с вами угольный блок. Сюда ставим с вами один угольный блок. Дальше мы пропускаем с вами три блока. Три блока мы с вами пропускаем. И вот сюда, получается, мы ставим наше второе колесо. И теперь делаем с вами вот такую вот ось. Все, сделали. Теперь, ребят, мы должны определиться, в какой стороне у вас будет направлена ваша машина. Для этого мы сейчас с вами пока что делаем вот такую вот ось. Так, получается у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, можно сказать, полуплит у нас получается длина нашего автомобиля. Здесь мы убираем, сейчас я уберу этот снег. И также мы ставим с вами колеса. Так, прошу прощения. Так, вот сюда мы ставим с вами колеса. И вот что у нас пока что получается. Вот такое вот с вами строение. Теперь, ребят, нам нужно определиться, в каком направлении у вас будет направлена машина. В направлении либо вот туда будет она ехать, либо вот сюда. В нашем случае наша машина будет ехать вот туда. Вот как вот все обычные машины BMW X6 и Porsche. Так, теперь, ребят, мы берем с вами, ставим, получается, вот сюда по угольному блоку и сюда тоже. Это у нас получается с вами задние колеса. Теперь мы берем полуплиты и вот так вот с вами соединяем. Вот что у нас с вами выходит. Вот такое у вас должно быть строение. Так, теперь, ребят, мы берем, конечно же, сзади немножечко убираем. Здесь убираем снег. И здесь мы тоже делаем уже потихонечку раму. Теперь оставшиеся дыры мы вот так вот закрываем. И вот что у нас пока что получается. Так. Оп. И здесь мы спереди на одну полуплиту выступаем. И вот что у нас получается. Теперь, ребят, мы должны, конечно же, приукрасить наши колеса. Ставим кнопки на угольные блоки. И вот таким вот образом все это заделываем. Раз, два. Вот, ребят, уже вот потихоньку что-то интересненькое у нас формируется. Дальше, ребят, мы берем с вами, давайте возьмем кварцевые ступеньки. Дальше, ребят, мы берем с вами кварцевые ступеньки. Давайте лучше их вот сюда поставим, заменим снег. Давайте теперь, ребят, еще возьмем. Давайте пока что делать кварцевыми ступеньками. Для начала мы берем их. Ставим вот таким вот образом в перевернутом виде. Но как это поставить, мы попробуем вот таким вот образом. Вот, что у нас с вами получается.
Здесь мы теперь, ребят, ставим с вами по обычной форме. Возвращаем в обычное положение. И вот что у нас пока что получается. Также мы берем и с этой стороны. Давайте попробуем сделать вот таким вот образом. Так. Лучше вот таким вот способом будет. Раз. И здесь одну ставим мы ступеньку перевернутым, как там. А остальные две мы делаем их обычно. Раз. И вот два. Так. Вот. У нас получается с вами крылья. Крылья нашей машины. Дальше, ребят, мы теперь, конечно, берем наши ступеньки. Делаем вот такую вот форму. С этой стороны мы тоже так же делаем. И теперь, ребят, давайте попробуем перевернуть наши ступеньки. Я предлагаю взять любой абсолютно блок. И вот таким вот образом попробовать все это попереворачивать. И вот, можно сказать, у нас получается с вами вот такая вот мозаика. Также мы берем, теперь эти блоки мы убираем лишние. Берем также с другой стороны. И ставим абсолютно любой блок. И переворачиваем вот таким вот образом ступеньки. 3 на 3 получается. Так, теперь, ребят, мы эти блоки, конечно же, убираем. Дальше, ребят, мы берем обычные, можно сказать, ступеньки. Но прежде чем это сделать, мы опять же ставим наши блоки. Если, предположим, у вас не получается. И, в общем, мы вот так вот с вами в задней части переворачиваем. Опять же, эти блоки убираем лишние. И теперь ставим вот сюда. И давайте теперь также их переворачиваем. И вот что у нас с вами получается. Теперь, ребят, у нас получается вот такое вот строение. Строение нашей машины. Теперь вот эти вот оставшиеся дыры мы ставим вот таким вот образом. Так, не вверх ногами, прошу прощения. Так, это мы возвращаем обратно. И это мы попробуем. Вот. Вот таким вот образом мы это делаем. И также делаем с этой стороны. Так. Вот, все. У нас получается с вами вот такое вот строение. Теперь мы также делаем и задней части стороны нашей машины. Так, возвращаем. Раз, вот. И теперь у нашего грузовичка есть крылья. Так, вот такое у нас с вами строение должно получиться с двух сторон. Теперь, ребят, мы давайте с вами возьмем... Давайте возьмем, какой же бы нам цвет взять. Теперь нам нужно определить наш цвет машины. Я предлагаю взять оранжевый цвет. И теперь вот таким вот образом мы, можно сказать, формируем раму. Так, теперь мы, ребят, это все, конечно, вот таким вот образом закрываем. Вот таким вот образом все это дело закрываем. Так, во. Я думаю, оранжевый цвет будет красиво смотреться. Вот что у вас должно получиться. Так. Теперь, ребят, мы, конечно, берем, формируем наш кузов, где у нас будет находиться песок. Но теперь мы делаем вот таким вот образом. Сейчас давайте я вам посчитаю, сколько блоков у нас получается. Так, вот, ставим сюда и сюда по одному блоку. И давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, получается, блоков длины у нас будет наш кузов, в котором будет лежать с вами песок. Вау, отлично. Вот такое у нас получается строение. Дальше, ребят, мы теперь ставим здесь и здесь по боку. Дальше мы поднимаем на... Получается вот таким вот образом. Раз, два. И вот сюда мы ставим с вами третий блок. Вот что у нас с вами получается. У вас должно вот таким вот образом у нас получиться. Так, теперь, ребят, мы, конечно же, поднимаем еще на второй ярус наш кузов. И то же самое делаем и с другой стороны нашей машины.
Так, теперь, ребят, вот что у нас получается, вот такой вот кузов. Теперь, ребят, берем, давайте примерно такой же цвет возьмем. Ну, а давайте, наверное, возьмем. Так, какой же нам цвет взять? Давайте попробуем взять синий цвет. Пусть будет у нас здесь синее такое строение. И, конечно же, мы это все дело закрываем. Вот что у нас должно получиться. Теперь мы, ребят, берем, здесь мы завышаем еще на блок. Вот что у нас с вами получается. Так, все сделали. Теперь, ребят, мы берем, конечно же, давайте у нас кабина, наверное, будет красного цвета. А, давайте лучше оранжевого. Теперь мы, ребят, делаем, можно сказать, потихонечку кабину. Кабину нашей машины. Так, для этого я даже предлагаю взять вот таким вот образом все это сделать. Ребят, здесь мы, получается, ставим с задней стороны по синему блоку, ну или абсолютно любому блоку, и делаем вот такое вот строение. Вот что у нас с вами пока что выходит. Так, теперь, ребят, здесь мы с вами, можно сказать, убираем вот эти синие блоки лишние. Все, мы их сделали. Так, теперь, ребят, мы потихонечку начинаем, можно сказать, делать передок нашей машины. Так, переворачиваем опять наши ступеньки. Раз и два. Вот, передок уже нашей машины почти готов. Дальше мы теперь ставим по угольному блоку, типа где у нас будет находиться с вами моторчик. Я даже предлагаю взять одну полуплиту поставить. Типа это у нас... А, давайте лучше возьмем наковальню. Наковальня. И теперь давайте мы сделаем типа моторчик нашей машины. Это будет мощный такой моторчик, который будет, собственно, тягать нашего грузовика. Так, ну что ж, ребят, теперь мы, конечно же, берем наши кварцевые ступеньки. Здесь мы делаем вот такое вот с вами вот строение. Уже обычное строение. И с этой стороны мы то же самое делаем вот таким вот образом. Теперь мы с этой стороны вот так вот поворачиваем. И вот что у нас получается. Я даже предлагаю и с этой стороны сделать вот такую вот форму. Вот какое у нас с вами строение получается. Так, теперь, ребят, мы должны обустроить, можно сказать, нашу машину. Давайте кабину обустроим. Так, давайте возьмем наши ступеньки. Итак, ребят, мы продолжаем. Теперь мы берем с вами ступени из дуба. Так, теперь, ребят, давайте возьмем руль. Мы должны еще с вами построить руль. Также давайте возьмем рычаг. Будет в качестве коробки передач. Так, кварцевые блоки уже больше нам не понадобятся. И теперь, ребят, давайте обустроивать, можно сказать, кабину, которая находится будет у нас вот здесь. Так, ну что ж, ребят, теперь мы ставим с вами по ступеньке. Здесь у нас будет места для двух, можно сказать, водителей, а также пассажиров. Ну, можно сказать, водителей. Так, что дальше теперь, ребят? Все, мы с вами построили. Теперь, ребят, нам уже необходимо построить руль. Давайте руль мы ставим вот здесь. Так, я даже... Вот, пусть будет руль у нас вот здесь. Так, я даже предлагаю вот этот... здесь мы можем поставить по оранжевому боку. Будет у нас мотор вот здесь находиться, по центру нашей машины. Так, я даже, скорее всего, предлагаю, можно взять вот таким вот образом все это сделать. Раз и два. Получается, у нас моторчик расположен внизу. Так, ну что ж, руль нашей машины есть. Теперь, ребят, давайте мы построим еще коробку передач, с помощью которой можно будет переключать скорости нашего грузовика.
снегоуборочные машины. Так, теперь, ребят, давайте мы снегом все это дело вот таким вот образом закроем. Типа это у нас с вами капот. Так, странно. Почему с этой стороны у нас не закрывается? Так, давайте попробуем вот таким вот образом. Ага. Давайте лучше тогда возьмем, наверное... Давайте сейчас сначала возьмем наши зеркала. Берем серые зеркала. Так, дальше, ребят, еще возьмем синие. Так, синие. Дальше рычаг мы можем убирать. Что же можно с вами еще взять? Так, нам нужно с вами закрыть капот. Давайте уберем назад обратно снег. И попробуем сделать все это ковром, заделать. Если у нас с вами так получится. Так, давайте возьмем оранжевый ковер. Потому что у нас машина оранжевая. Но, опять же, на ваше усмотрение, вы можете абсолютно любую машину любого цвета делать. Так, о, все, закрылось, отлично. У нас с вами получился капот. Дальше, ребят, теперь мы ставим с вами по одной кнопке с этой стороны и делаем также с другой стороны по одной кнопке. Все, готово. Дальше, ребят, мы обустраиваем. Давайте наш кузов заполним песком или гравитом. Берем песок. Или опять говорю, можете брать гравит. Так, для этого мы берем с вами песок и, конечно же, заполняем наш кузов. Так, это у нас что? Так, гладкий песчаник. Я предлагаю взять песок. Так, где наш песок? Так, вот он, песок наш. И теперь, ребят, мы заполняем с вами наш кузов песком, откуда наш грузовик будет... Получается, когда наш будет грузовик проезжать, он будет после себя отсюда выбрасывать песок вот сюда. И после него могут машины проезжать спокойно, и их не будет заносить. В общем, отсюда в задней части грузовика у нас будет грузовик бросать песок и рассыпать, получается, по дороге. Так, ну что ж, теперь, ребят, мы берем... Опять продолжаем наш песок. Все это дело так забрасываем. Получается, вот такой у нас с вами песок. Все, заделали. Теперь, ребят, мы берем все это дело, конечно же, закрываем. Но не полностью. Вот таким вот образом. Здесь у нас будет отверстие, откуда у нас будет песок насыпать кузов. Для этого мы берем с вами люк. Люк у нас будет с вами железный. И вот таким вот образом мы сверху его одеваем. В общем, вы, наверное, поняли. Песок у нас будет высыпаться отсюда, а с верхней части будут так вот люки открывать и насыпать в кузов песок. Так, ну что ж, с салоном мы разобрались, поставили с вами руль, коробку передач, два места для людей. Ну, опять же, на ваше усмотрение, если хотите, ставьте и третье сиденье. Но я этого делать не буду. Теперь мы, ребят, конечно же, берем черную стеклянную панель и, конечно же, вот таким вот образом с вами закрываем. Вот что у нас с вами получается. Просто красоте, настоящий грузовичок. Так, что ж теперь, ребят, я думаю, знакомо, для чего эти нужны кнопки. Это типа у нас дверные ручки, они расположены с двух сторон. Так, теперь, ребят, можно поставить с вами по синему стеклу. Типа это у нас будет зеркала заднего вида. Так, вот таким вот образом. Во. Теперь, ребят, давайте мы возьмем с вами, накроем нашу крышу. Берем с вами кварцевую полуплиту. Для этого предлагаю взять и так пишем. Так, наша плита, да? Берем кварцевую полуплиту и ставим вот сюда.
Теперь, ребят, мы берем, конечно же, закрываем нашу крышу. И вот что у нас получается. Раз, два. Во, ребят, посмотрите, какой у нас замечательный грузовичок получается. Так, теперь, ребят, мы должны с вами построить передок перед нашей машиной. Берем с вами рамку. Так, давайте возьмем еще лестницу. Лестница. Так, лестница. И теперь берем с вами по рамочке. Рамку берем. Все, отлично. И теперь, ребят, мы берем, делаем здесь, делаем решетку радиатора. Здесь у нас получается вот такая вот решетка радиатора. Здесь мы убираем с вами лестницу. Здесь у нас будет такой вот передний механизм. Так, здесь мы ставим по рамочке нашей. Так. Раз, два, во. Посмотрите, у нас с вами есть уже передок. Вот, посмотрите, какой у нас грузовичок получается. И также делаем с задней стороны. Здесь мы ставим по рамочке. Типа это наши задние фары. Теперь, ребят, я предлагаю поставить сюда ступеньку и поставить сюда люк. Получается, у нас будет вот такой вот механизм. Предположим, даже я предлагаю еще... так, давайте поставим сюда под дверь. Так, не хочет. Во, у нас получается вот такое вот строение. Предположим, как у нас будет высыпаться песок. В общем, получается, у водителя будет находиться такая вот кнопка. Предположим, он нажимает, здесь открывается, и песок, вот, конечно же, высыпается, но он попадает вот в эти четыре дырочки, и он, получается, рассыпается по земле в мелком виде. Ну что ж, вот получился у нас такой вот с вами механизм. Так, теперь, ребят, мы, конечно же, возвращаемся к передней части. В задней части грузовик у нас будет рассыпать снег. А давайте теперь же сделаем в передней части, можно сказать, ковш, с помощью которого он будет убирать снег. Так, для этого берем с вами ступеньки. Так, ступени. Ступени вы можете абсолютно любые брать. Так, и теперь мы делаем с вами, ставим вот такую вот ступеньку, только в перевернутом виде. Дальше мы также ее переворачиваем. Так, здесь мы ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 блоков у нас получается. И теперь, ребят, мы все, конечно же, делаем, переворачиваем. 1, 2. И здесь вот таким вот образом. Вау, ребят! Так. И давайте вот последнюю часть. Вот, посмотрите, ребят, какая у нас красота получается. Вот такой у нас получается снегоуборочная машина, в которой, смотрите, ребят, сзади у нас получается грузовик рассыпает снег, а спереди он убирает ковшем вот таким вот образом снег. Так, давайте мы сделаем каких-нибудь сугробов. Но прежде чем это сделать, давайте еще возьмем с вами, берем с вами снег. Возвращаемся к нашему снегу и теперь попробуем, так, это у нас кварцевые блоки. И теперь давайте попробуем сделать вот таким вот образом снег наш приделать, можно сказать. Типа здесь у нас будут какие-нибудь сугробы, которые будут делать, убирать грузовик. Так, давайте еще вот здесь поставим. Раз. Раз, два. Так, здесь мы тоже поставим. Так, не хочет что-то ставиться. Так. В общем, вот что у нас получается. Вон нарастает небольшой сугроб. И у нас получается уборка. Здесь получается грузовик убирает ковшом, сгребает полностью снег. И образует... Теперь мы, конечно же, здесь убираем наш снег. Типа наш грузовик проехался и после себя рассыпал здесь снег.
И получается у нас сзади с вами чистая дорога, а спереди он ее расчищает. Так, ну что ж, ребят, здесь мы с вами построили. Наша теперь машина, конечно же, видна. Но для начала, ребят, теперь сделаем освещение, чтобы нашу машину можно было увидеть. Для этого берем с вами компаратор. Берем с вами компаратор. И берем с вами факел, красный факел. Так, теперь, ребят, мы берем, конечно же, рычаги. Так, и теперь, ребят, мы с вами сверху делаем вот такое вот украшение. Рычаги мы ставим, получается, направляем в ту сторону. Вот что у нас с вами получается. Так, теперь, ребят, мы ставим сюда по компаратору. Это будет освещение. И давайте здесь поставим с вами красный факел. Ну, а также активируем. Все, ребят, теперь наш грузовик будет, можно сказать, виден всем, что он едет. Вот спереди он будет вот таким образом смотреться и показывать своим видом, что он у нас, можно сказать, едет. Ну, конечно, давайте еще и в кабине приделаем освещение. Для этого мы там ставим красный факел и назад возвращаем наше стекло. Так, здесь мы тоже можем поставить различных рычажков. Здесь мы ставим по 4 рычажка. И с этой стороны мы тоже также ставим 1, 2, 3, 4. Так, теперь здесь мы ставим рычажок. И с этой стороны мы тоже ставим с вами рычажок. Ну что ж, ребят, вау. Довольно красивая у нас с вами машина получилась. Пожалуйста, поставьте видео лайку. Я для вас очень-очень сильно старался. Но если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки или дизлайки. Я вам показал, как построить снегоуборочную машину. За 27 минут у нас получилось. Хотя можно было в меньшем количестве все это дело, конечно, построить. Я даже предлагаю здесь поставить по рычагу. И все. Ну что ж, ребят, с вами Брейн. Всего хорошего вам. Пока-пока.